ветер. Ребята, горит, мам дорогая. Это жители региона о пламени, которое разбушевалось недалеко от Новоалтайска. По словам пользователей социальных сетей, в воскресенье горели поля за старым мостом. В этот же день жители сообщали и о многочисленных пожарах в Барнауле, в частности, о возгорании нежилого дома на Советской армии 160. Днем ранее, в субботу, во дворе барнаульской многоэтажки на Папанинцев сгорел УАЗ. В этот же день было жарко, как ни странно, и в квартале Норд. Там воспламенилось ограждение для мусорных контейнеров. О пострадавших в Барнауле не сообщается, чего не скажешь про Егорьевский район. Там в конце прошлой недели при пожаре погибла женщина. Надворные постройки и крыша жилого дома горели и в Рубцовском районе. К счастью, никто не пострадал. В МЧС отмечают, что только за последнюю неделю в Алтайском крае потушено почти 600 пожаров. Подавляющее большинство из них – возгорание сухой травы, листьев и мусора. География возгорания широка, и масштабы пожаров разные – от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. Возгорания появляются не сами по себе, а в результате деятельности человека. Практически все произошедшие пожары – это следствие чьей-то халатности или умысла. Но если нерадивые дачники, которые сжигают траву у себя на приусадебном участке, могут убежать и спастись от огня, то животные, насекомые не такие быстрые. На одном метре квадратных мелких совершенно насекомых, которых мы даже и не знаем, вот обитает десятки тысяч. Плотность уменьшается вот этих животных, они же безвозвратно погибают. За нарушение правил пожарной безопасности, в частности за сжигание травы, грозит штраф до 20 тысяч рублей. Спасатели сейчас выходят в рейды и в очередной раз напоминают людям об опасной стихии, которая под воздействием ветра, а также пылевых бурь распространяется в считанные секунды. Ужас! Рубцовский район! Вот эта песчанка идет вообще до высоты! Мама моя, смотрите, деревья что делают! Но мы, в свою очередь, напоминаем, если вы заметили огонь или дым, незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.